комментировать. Напоминаю, что это могут делать и зрители. Вы можете просто сказать, что вы считаете по поводу жизни или по поводу выступления предыдущего оратора. Кто желает выступать с одной бисеринкой сейчас, дамы и господа? Дамы и господа, Камила у нас уже показала, как это может. Девушка впервые не побоялась. Камила смогла, да. Что же, ну что, всем страшно? Одно стихотворение. Анна решила или... Анна Казакова! Я же могу просто прочитать любое стихотворение и высказать точку зрения. Ну, господа, я считаю, что жизнь — это тлен. Так уж вышло. Да. И начну я, наверное, не очень радостного сегодня стихотворения, но так уж и быть. Я поздно шел по переулку, последний упустив трамвай. Остановился на минутку, чтобы закурить. Услышав лай, гляделся в мусорную кучу сквозь желтых фонарей окрас, вдруг обнаружив самых лучших, внимательнейших пару глаз. Глаза те были непростые, глядя открыто, из души. Пороки отражал людские, мерцавший огонек в тиши. Они смотрели и просили: «Спаси бродягу от беды, пожалуйста. Ведь я так сильно устал от давящей узды. Ты не корми, еды не надо. Здесь много брошенных костей. Ты не смотри, что нету лапы. Я не виню этих детей. Ты мне позволь с тобой остаться. Мне все равно, подъезд, чердак, позволь. И буду я стараться тебя не огорчать никак. Но я не мог себе позволить двоих на ниточке тянуть. Да сколько их, таких бездомных, скулят, как люди, но живут. Я много пережил и видел. Я буду самым верным псом. Днем буду ждать тебя с работы, а ночью охранять твой сон». Прибавил шагу. Вдруг за мной он, как все дворняги, побежит, но нет. Не тронулся он с места, он понял, смотрит и дрожит. На утро вдарили морозы, какие редкость в ноябре, и снег кружил холодный воздух на радость школьной детворе. Я ночь не спал. Передо мною трехлапый преданно дрожал. «Да черт возьми! Да что со мною?» Схватил пальто и побежал. Нашел я место, где той ночью забрался в душу сорванец. «Я за тобой! Колбаски! Хочешь, мой гордый, преданный храбрец?» На тишиною мне ответил заснеженный московский двор. Я огляделся и заметил полулапы за большой доской. А мимо, бегая от будин, не замечая ничего, как тени, проходили люди, не слыша крика моего. Спасибо.